Итак, дорогие мои друзья, у нас с вами продолжение построения рельефов сразу на ткани. Задача непростая, но вы просили, чтобы я вам показала, как это возможно сделать, и я пытаюсь честно и добросовестно выполнить вашу просьбу. Поэтому третья часть нашей задачи к вашему вниманию. В прошлый раз мы смогли построить с вами, разделить полочку на две части. Это центральная часть, несущая часть нашего рельефчика, и это боковая часть нашего рельефчика. Осталось то же самое проделать со спинкой. Для этого, конечно, если у нас есть рельефчики на спинке, то мы должны позаботиться о том, чтобы они в плечевой точечке у нас, в плечах они совпадали. Поэтому мы измеряем расстояние от горловинки до начало рельефа 6 сантиметров, помним про посадку 1 сантиметр, и откладываем, эта посадка должна распространяться равномерно, откладываем не 6, а 6,5, а где откладываем? Посмотрите, вот у нас была безымянная точка, да? И мы обычно эту линию никогда не рисуем, но для построения рельефов лучше ее восстановить. И вот я нарисовала эту линию, когда точка S соединяется с безымянной точкой, да? На ней я уже откладываю строго 6,5 сантиметров. И вот у меня получилось начало рельефчика. Затем я измеряю расстояние по линии талии от серединки до начала рельефа. У меня 9 сантиметров. И откладываю его же вот сюда. Могу 8 оставить, такие вот эти сантиметры, какие у меня там были. Потому что я как бы выбираю сейчас вот эту вот... Ну, давайте, чтобы нам... Как вам хочется? Ну, давайте все повторим из темы рельефов. Все-таки возьмем 9. То есть 9 здесь расстояние от середины, сюда 9 сантиметров. Хотя это мой выбор произвольный. И ваш тоже, конечно. Эти 9 у меня получаются... копируя вот эту вот величину. Здесь, кстати, 8,5, но неважно. И у меня несущая сторона моего рельефчика получается жирненько, ярко. Я рисую карандашиком вот так. Так, попробуем еще положить сюда черненькую вот эту вот нашу штучку страшненькую. Но зато она, мне кажется, светлее делает картинку и ярче. Затем я просто копирую вот этот вот поворотик. Да, как бы вот такой наклончик выбираю для несущей стороны. И мне хочется, допустим, продолжение этого рельефа сделать вот такое вот. Вот я нарисовала, это несущая сторона моего рельефчика. Теперь, как вы догадываетесь, мне нужно все точки... но сначала мне нужно подровнять вот эти пропущенные в начале выточки, да? То есть она у нас была выточка вот такая талиевая, мне ее надо подвинуть сюда. Для этого я нахожу вершинку, она у меня совпала. Видите, вот здесь у меня совпала вершина выточки, раз, одна точка. Затем я измеряю вот это расстояние, которое здесь было 4 сантиметра, помните? И все 4 я откладываю вот сюда, целиком уже от рельефчика. 4 сантиметра откладываю сюда, вторая точка. И третья точка, вершинка моего рельефчика, я ее параллельно смещаю на сам рельеф. И у меня получается вот такая вот картинка. Что-то не берется линейка в руку. Смотрите как. Ну, я еще ее люблю проводить, конечно, выпукло вогнутыми линиями. Пока я работаю в тонком карандаше, я не буду этого делать, я потом в окончательном варианте поменяю. Вот так у меня добавилась выточка, она изменила свою форму, конфигурацию, да, она как бы наклонная немножко стала, но она отражает все выбранные нами размеры. Затем я работаю вот с этой выточкой, которую я пропустила. Давайте поярче плечико вот это вот оформим, 6,5 сантиметров, которое у нас уже было окончательным. Для этого я эту вершинку параллельно передвигаю, на сам рельеф получила точку, да? Потом посмотрите, вот мои, вот здесь мы откладывали 2 сантиметра. Эти же 2 сантиметра должны сохраниться. Поэтому я по этой же линии, по которой мы работали в начале, по первой линии, да, но уже от рельефчика к
который я выбрала, 2 сантиметра откладываю. Вот вторая точечка у меня получилась. И выточка, проведенная через вершинку и эту вторую точку, она как раз у меня будет той величины, которой мне нужно. А какой ее будет длина? А длина ее будет, конечно, равна вот этому правой стороне выточки. Мы измеряем вот эту сторону, откладываем на левой стороне выточки и уже тихонечко, аккуратненько возвращаемся в точку P2. Вот так. Это я в тонких линиях построила обыкновенные рельефы. А теперь все повторяется. Мне нужно боковую часть, вот эту часть своей спинки, да, отодвинуть от несущего, от центральной части спинки. На сколько? На 2 величины припуска. Если мой припуск 1,5 сантиметра, значит, умноженное на 2, мне припуск надо прибавить с одной стороны, с другой стороны получится 3. И опять все точки, опять параллельно я начинаю сдвигать. Посмотрите, как это получится. Как это у нас получится? Значит, начинаем, допустим, вот с этой точки. На 3 сантиметра мы ее сдвигаем. Вот сюда. Теперь вершинку выточки на 3 сантиметра сдвигаем. Талия наша, по талии идет корректировка. Сдвигаем на 3 сантиметра. Опять вот эту вершинку сдвигаем на 3 сантиметра. Вот эту вершинку параллельно, смотрите, все время параллельно сдвигаем на 3 сантиметра. И вот эту вершинку, внимание, сдвигаем на 3 сантиметра параллельно. Ну а сейчас я могу выпукло вогнутыми линиями уже дооформить вот этот наш участок. Давайте вот так это сделаем, мне здесь немножко удобнее будет. Вот наши были выточки. Да, я должна была вот немножко выпукло это оформить. Поэтому я делаю это вот сюда. Вот так. Дальше как? Дальше мне надо двигаться вот сюда. А мне не хочется. Я как бы чуть-чуть немножко раскрешу свое изделие. Делаю его вот таким вот. Вот так вот нарисую бочок. То есть вот этот сантиметрик как бы лишний по линии низа я добавила. Я же нарисовала чуть-чуть расширенное, не в обтяжку, пусть там не прилегает к нам. Если нам это не понравится, и здесь у нас, кстати, немножко лишнего, и здесь этот сантиметрик лишний, мы уберем это на примерке. Затем я пытаюсь верхнюю часть этого рельефчика оформить вогнуто. Вот так вот, вогнуто. Дальше. Вот эта часть у меня идет несущая. Вот так вот была она параллельно. То есть она параллельно вот на этом вот участке. Здесь мне надо уйти уже очень аккуратно и красиво. Я буду делать это выпукло. Теперь вот эта часть, это выточка. Выточка была вот такая. На 3 сантиметра мы сдвинулись. Стала выточка у нас вот такая. Вот так вот. Вот у меня нарисовался уже бочок. Отодвинутый. Вот между ними припуски будут располагаться. Ну и поехали отодвигать. Эту точку на 3 сантиметра. 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 Эту точку сбоку на 3 сантиметра. И эту точку тоже на 3 сантиметра. И пытаемся оформлять. Значит, еще раз, вот это на 3 сантиметра, то есть P2 мы двигаем точно на 3 сантиметра. И у нас плечо получается вот оно, плечико. Так, теперь пройма. Пройма. Это у нас было вот так, да, оформлялось. Теперь мы сдвигаемся на 3 сантиметра параллельно и оформляем ее уже вот так. Так, да? Дальше. Здесь у нас была линия вот такая. Параллельно двигаемся. Линия стала у нас окончательно вот такая. Дальше. Здесь линия была у нас выпуклая. Параллельно сдвигаемся. И стала у нас линия.
точно такая же выпуклая. И заодно мы убедились, что мы проходим через все наши точки. Вот так, мои хорошие. Значит, я сейчас обведу вот это все в готовом виде. Так. Тут я несколько в затруднении, надо сказать, потому что я обычно всегда рисую сразу две линии. Сейчас я не хочу загромождать свой чертеж. Я показываю вам результат наших действий. Вот результат наших действий. Ну, то, что я пока без вторых линий. Без вторых линий, да? То есть ножницы мои работать будут не по этим. Вот это у нас уже полузанос, мы выбирали. А наша центральная часть, петли, пуговицы, это будет все вот на этой вот более привычной нам линии жить, находиться, да? Дальше, на спинке. Несущая сторона рельефчика опять у нас пойдет вот такая прямая. Так. Мы ее выбираем прямыми линиями, чтобы эффектно было и красиво. Так, получается, вы уже сами видите, что. То есть я обвела синеньким фломастером то, что у нас с вами получилось во время построения, когда мы сдвинули, как бы отодвинули вот эти рельефчики друг от друга. А потом черненьким, вот этим вот черненьким, вот эти все линии, я добавляю припуски на швы. То есть боковой шовчик, вот он у нас какой, да? Этот припуск 2 сантиметра я беру, допустим, всегда его побольше. Это 2 сантиметра. А все остальные шовчики у меня идут по 1,5, ну где-то 1,7. 1,7, может быть, 1,5 сантиметра. Ну что еще тут хочется добавить? Вот, собственно говоря, вы видите все, что я тут хотела вам показать. Допустим, вот этот фрагмент я могу не разрезать даже до конца. У меня тут меньше 3 сантиметров осталось. Вот этот тоже до конца могу не разрезать. Могу разрезать, но тогда уже буду знать, это же уже припуск. И в припуске, возможно, у меня уже будет вот это. Тогда уже скажу себе, что там надо как-то подкорректироваться во время сметки. Контрольные точки. Смотрите, святое дело. Талия, талия, рассечки. Талия, талия. Еще где я делаю рассечки? Вот здесь я делаю рассечки, чтобы показать ширину припуска на обратной стороне. Все припуски выдерживаю идеально ровненькими. И обязательно делаем рассечки вот здесь. Показывать вам горловинку, показывать вам построение рукавчика, я думаю, здесь большой необходимости нет. Потому что вы знаете, как это делать. Мы проходили это с вами уже неоднократно. Я вам все это показывала. Поэтому единственное, что скажу, что я его всегда начинаю строить ближе к кромкам, чтобы сохранить вот эту вот оставшуюся часть у сгиба более полной, более свободной, более такой вот по общей массе, более крупной деталью на всякий пожарный случай, которых, собственно говоря, практически никогда и не бывает. Ну что, на этом разрешите откланяться. Еще раз поздравляю вас с прошедшими теперь уже новогодними праздниками. Хорошего вам настроения, задора на исполнение ваших желаний на следующий год. И подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч!